Друзья, всем привет! Сейчас у нас раннее утро, где-то 5. На рыбалку собрался. Короче, я наконец купил себе тахометр, вот такой вот шкипер. Что в моторе у меня только моточасы, тахометра не было. Хочу хоть посмотреть, сколько у меня там показывает оборотов. Правильно у меня вообще винт подобран, неправильно. Может, поменять надо. Сейчас вместе с вами установим, посмотрим. Такой тахометр, шкипер. Что у нас тут есть? Давайте посмотрим. Так, проводка понятна, это на массу. Здесь несколько режимов для двухтактных, для четырехтактных. Ну, болтики нам, наверное, не пригодятся. Румпели я сверлить не буду, будем клеить вот сюда вот. Хомутик, инструкция. Так, я тут немножко сразу подготовил. Сейчас сначала обезжирим. Такая импровизированная тряпочка. Обезжириватель. Вот сюда прям на румпель будем клеить его. Заодно весь помою четко. Тут походу какой-то провод слишком длинный. Блин, его походу придется укорачивать как-то. Куда мне столько проводов? Ужас. Ладно, пока мы так установим, потом, наверное, я его все-таки как-то укорочу. Здесь счетчик моточасов стоит у меня, будет тахометр. Так, массу мы, наверное, прикрутим сюда куда-нибудь. Здесь вот есть дополнительное отверстие. Я уже подготовил вот такой вот болтик. Как раз подходит. К нему зафиксируем массу. И вот также к бронепроводу. Вот к этому намотаем тахометр сам. Здесь у нас есть две заглушки. Все, провод я завел. Вот здесь заглушку снял. Сейчас будем устанавливать. Вот одну сторону я наклеил. Сейчас будем вторую клеить. Прям сюда прилепим, как оно должно быть.
все, наверное, где-нибудь вот тут будем клеить. Здесь чуть выше кнопки. Все, прижимаем. Четко. Ну все. Сейчас будем с этими проводами разбираться. Этот я уже говорил, сюда сделаем. Подготовил трещоточку. Держится. Этот будем наматывать. Рекомендую где-то от 4 до 6 оборотов. Что у нас тут? 4-5. Ну, где-то так оставлю. Фиксируем. Все, остальные лишние провода сейчас будем в кучу собирать и прям в моторе уложим, там спрячем их пока. Вот сейчас на холостых показывает 800 там с какими-то оборотов. Нормально. Сейчас померяем еще на полном газу, сколько будет выдавать. Докручивать или не докручивать, проверим.